С особым нетерпением наступления лета ждут, конечно же, дети. Одной из массовых форм организации летнего досуга детей в Славянском районе уже много лет являются лагеря дневного пребывания. Там юные славянцы могут не только интересно, а главное, с пользой для здоровья провести летние каникулы. Лето – удивительная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать, прыгать, веселиться. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И очень важно так организовать каникулы детей, чтобы они были не только интересными и увлекательными, но и полезными для здоровья. С 23 июня на базе нашей школы открыт лагерь дневного пребывания «Город добрых сердец». 225 детей объединил этот лагерь с 1 по 5 класс. Дети совершали краткосрочные походы, проводили экспедиции, посещали СЮН, станцию юного натуралиста, краеведческий музей, картинную галерею, совершали походы в Северный парк, набережная реки Протоки. То есть это было очень интересное время. В лагерях дневного пребывания одно из важных направлений работы – сохранение и укрепление здоровья детей. Лагерь при 17-й школе не исключение. Очень важно было контролировать режимные моменты детей, контроль питания, сбалансированное по белкам, жирам и углеводам, прием пищи в одно и то же время, что, несомненно, укрепляло здоровье ребенка. Кроме этого, дети, которые входили у нас в группы риска, это дети ослабленные, у которых были... Дети, которые были перегружены информационно, у которых были большие умственные нагрузки, а также часто длительно болеющие дети. Дети, которые находились в периоде интенсивного роста, они получали витаминные препараты. В лагере дневного пребывания на протяжении 3 недель, а именно столько длилась смена, каждое утро начиналось со спортивной гимнастики. В хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом спортивном зале. В лагере для школьников проводятся спортивные соревнования, веселые эстафеты, различные беседы о здоровом образе жизни. Состояние здоровья детей ежедневно контролируется фельдшером. На нашем летнем оздоровительном лагере день начинается с приема детей. Мы детей принимаем, смотрим детей, чтобы дети у нас пришли здоровенькие, чтобы не было распространения вдруг какой-то инфекции, потому что это лагерь, это оздоровительный лагерь. Дети собираются, начинается у нас зарядка. После зарядки дети завтракают и приходят ко мне в кабинет на получение витаминов. Значит, детям назначены это различные как бы медикаменты, то есть это глицин, кальцинова, комплевит. И по назначению врача я деткам выдаю эти медикаменты. Они принимают у нас утром и в обед эти таблеточки. Так, во время летних каникул в 17-й школе медикаментозное противорецидивное лечение получили 100 юных славянцев. 13 июля завершилась смена «Город добрых сердец». В заключительный день для ребят была подготовлена интересная развлекательная программа. Это и конкурс рисунков на асфальте, и сказочная постановка о здоровом образе жизни, как овощи и фрукты вылечили царевну. В общем, приятные впечатления у юных славянцев останутся до конца летних каникул. Мне нравится ходить на этот лагерь, потому что я могу встретить своих друзей, которых я давно не видела. Мы можем встретить своих любимых учителей, можем узнать что-то нового. Они готовят для нас интересные программы. Мы ходим в музеи, гуляем, фотографируемся. Мы этим летом ездили на кони-ферму и узнавали о разных памятниках. И ездили по всяким интересным местам. У меня остались очень хорошие впечатления, потому что это очень весело и прикольно. Летние каникулы – лучшая пора как для досуга, так и для оздоровления. А лагеры дневного пребывания для каждого становятся отличным местом, где ребята не только отдыхают и общаются со сверстниками, а также набираются сил перед новым учебным годом. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».